Всем привет, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Resident Evil Remake. И знаете, я так немножко покубатурил и знаете, что понял? Можно же нашу эмблему обратно же вставить вот сюда, и все будет замечательно, по-моему. Не, нифига. А, сейчас подойдем, попробуем через инвентарь. Use. Да, все, можно обратно ее вставить. Давайте пойдем заберем ключ. И потом попробуем, я не знаю. Ну, посмотрим, смогу ли я там выжить, потому что что-то у меня такое ощущение, что там ловушка с двух сторон будет работать, потому что, ну, меня с двух сторон сплющит просто и убьет. Надо что-то другое придумывать. Видимо, что-то с стрелой нужно будет сделать, хотя я не знаю пока что. Посмотрим уже там в дальнейшем. Помню, кстати, когда еще вышел, по-моему, Resident Evil Director's Cut, то есть режиссерская версия в Европе. Она, по-моему, была... Сейчас скажу. Она, по-моему, ну, была без цензуры уже, как я уже говорил, помните, в прошлой части. Суть в том, что там нормальные были ролики, и там суть в том, что она состояла из... Именно японская версия Biohazard состояла из двух дисков. На первом диске, соответственно, была режиссерская версия Resident Evil, насколько я помню. А на втором диске там была демоверсия первой самой версии Resident Evil 2. То есть она очень сильно отличалась уже от конечного варианта. Сейчас такое издание вообще фактически не найти, по-моему, нигде. На втором, там суть в том, что чем там все отличалось. Сначала было такое же стандартное, но там персонажи, во-первых, встречались абсолютно в разных местах. То есть там, например, Ада Вонг появлялась фактически с самого начала. Но потом, собственно, они что-то решили переделать, и было решено все это дело изменить. Ну ладно, пока что забудем про Resident Evil 2. И пока разберемся с нашими проблемами. Так, значит, вот этой вот за этой дверью у нас тут все и есть. Этот вот ключ, который по ходу дела открывает именно дверь, которая находится в конце этой комнаты. Сейчас узнаем это. Стоп, я не сюда зашел. Черт, я уже забыл, куда идти. А где же там была эта самая эта комната? Ну здесь где-то, просто я, видимо, не в ту комнату зашел. Давайте посмотрим. Стрелу я пока брать не буду. Не хочу захламлять инвентарь. Потому что потом придется потратить всю ленту. По привычке эту ленту называю. Как она называется? Ебарсы. Чернила. Вот здесь, по-моему. Насколько я помню. Так. Мне кажется, что просто не только вот эта вот штука поедет с шипами, но и вот эта вот фигня начнет двигаться. Или я ошибаюсь? Да, она начнет двигаться в мою сторону, я просто не успею сюда проскочить, мне кажется. А по краям начнут стены сужаться, верно? Ну, давайте попробуем. Возьмем, конечно. Да. И сзади сейчас поедет эта фигня. Ага. Я просто погибну, если не вставлю ключ обратно. Ага. Окей. Значит, все-таки нужно взять стрелу сначала, а потом уже идти сюда. Можно было бы здесь что-нибудь сюда так... Нет, вряд ли, я думаю, что не все поставить нельзя. Так что, видите, не все так просто оказалось. Значит, возвращаемся обратно. Берем стрелу и дуем, наверное, туда на выход, вот на улицу. Там, где мы видели такое углубление, может быть, туда нужно что-то вставить. Хотя, мне кажется, вряд ли. А может быть, не знаю, сейчас посмотрим. Секундочку. Так, один момент. Я так свет забыл выключить. Это так не очень атмосферно. Так, давайте возьмем одну травочку. Сейчас ее съедим. Теперь я себя чувствую замечательно. Так, значит, ну идем, значит... А, стоп, я опять не туда пошел. Сейчас развернемся, пойдем обратно. В другой стороне же находится стрела.
Назад разворачивайся. Да уж. Конечно, здесь все очень поменяли. Я даже не ожидал. Здесь фактически все здание переделано, потому что вот этих вот комнат, по которым мы сейчас находим, их в оригинале вообще нет. Так, вот это вот не нужно. Золотая стрела. Ну, пойдемте. Да уж, конечно. Nintendo молодцы. Не просто сделали, знаете, перенесли старую игру на новую, ну вот, в новой графике, а еще полностью ее еще переделали. Это хорошо. Так, мы спускаемся. Так, зомби пока не встает. Что у нас здесь есть? Ничего, просто клетка, хорошо. Давай, выходи. Своеобразные такие загрузки. Так, наш комрад лежит. А куда же там на улицу, вы не помните? Потому что я что-то подзабыл, слушайте. А, все, вспомнил. Нужно подняться, сейчас будет на второй этаж. Эти центральные лестницы. И там будет, короче, получается, дверь в картине, правильно? Мы выйдем. И, по идее, там можно будет использовать эту стрелу, потому что на других вариантов я не вижу. Так, еще раз. Когда двое, я так понимаю, пересекутся, путь к твоей судьбе откроется. Здесь, по-моему, надо что-то сделать перед тем, как часы отодвинутся, и там за ним будет, по-моему, еще один этот вот рубин, что ли, по-моему, красного цвета, или еще какая-то фигня, не знаю. Здесь, конечно, все по-другому, но, по-моему, в оригинале там лежал либо ключ, либо еще один такой камень, который вставляется там в голову тигра. Так, мы двигаем наверх. Если здесь не сработает, то я даже не знаю, что и делать. Ну, по идее, должно. Потому что других вариантов я не вижу, где могла бы эта стрела пригодиться. Так, вот здесь, по идее. Да. Давайте попробуем. Она не влезает в том виде, в котором она есть. Хорошо, ну-ка давайте посмотрим. Можно осмотреть? Ага, все, снял. Хорошо. Теперь ее можно использовать, я думаю. Окей. И открылся какой-то проход. И что же нас там ждет? Блин, интересно, конечно, сделали. Я надеюсь, здесь какие-нибудь зомби не встретятся мне. Ага, здесь какая-то такая гробница, что ли, или мавзолей, будет правильнее сказать. В этом механизм. Ага. Что у нас здесь? Короче, эта книга, она прям находится четко в углублении. Книга проклятий называется. И сейчас что-то сработает, да? С
каменная статуя и две дырки в том месте, где должны быть глаза. Ну-ка, секундочку, давайте посмотрим, что там за книга. Ага, ключ. Так, ключ от поместья. Книга проклятий. Есть четыре маски. Одна маска, которая разговаривает со злом. Другая, которая пахнет как зло. И третья, которая видит зло. И маска, которая не может говорить, чувствовать и смотреть на зло. Когда четыре, ну, как бы сказать, четыре маски, когда вы вставите на место, то очнется зло. Ага, вот оно что. Интересно, давайте осмотрим ключ. С чем же он? С мечом. Хорошо, теперь осталось только вспомнить, где мы видели двери с мечом, чтобы какую-то из них открыть. Я не помню точно, по-моему, сейчас мы сейчас поднимемся, на втором этаже там, по-моему, такие двери были. Там одна, по-моему, была закрыта с другой стороны, на другой, по-моему, был меч, и третья, которая ведет к той статуе, которую я скинул. Блин, все интереснее становится. Интересно, что в том гробу? Какое-то зло там пишут нам. Наверное, какая-нибудь мерзкая тварь, которую очень нежелательно будить, но ее придется, походу, разбудить, потому что у нее что-то есть, которое... Что-то есть, что мне может потом в дальнейшем пригодиться, мне кажется. Тут просто так ничего нет. Так, я открыл, хорошо. Куда же мы теперь попадем? Ой, блин. С каждым... Вот чем дальше идешь, тем интереснее, блин. Вот это вот мне не нравится. Так, давайте потихонечку двигаться, потому что, сами понимаете, камера с нами играет. Так, эта дверь, по-моему, закрыта, да? Конечно. Броня нарисована. Ага. Тут вот еще какая-то дверь, она, по-моему, закрыта, да? Это закрыто. Опять же, броня. Так, нужно аккуратненько. Так, ну там врагов нет, потому что автоприцел не наводится. Что это такое? Вы не можете больше нести, но это понятное дело. Но, по-моему, здесь, знаете что, здесь ноты к лунной сонате, которую придется играть, чтобы открыть... как он? Открыть там потайной проход в какой-то из комнат, где будет находиться здоровая эмблема, наподобие того, которую я вставил в... над камином, который, помните, вот только что недавно. И потом нужно будет поменять их местами. И потом, по ходу дела, да, часы откроются. Вот, я вспомнил точно. Это круто. Так, что у нас здесь? Ключик маленький. Но я больше не могу нести. Здесь еще обойма. Конечно, возьму. Обойма — это всегда хорошо. Хотя зомби очень мало, сами понимаете. Так, что у нас здесь? Ботаника. Короче, здесь я не буду, я просто... Тут рассказывается, в общем, про эти их травки, как их смешивать и так далее. Такой своеобразный туториал. Поэтому в нем вообще нет смысла сейчас его переводить. Это лишняя трата времени. Я это помню и так. Там, в общем, чтобы смешать, можно смешать красную и зеленую травку. И получится офигенно сильная травка, которая восстанавливает все здоровье. Можно три травки смешать. Ой, тихо, отпусти, отпусти меня. Так, окей. Так, все, зомби повержен. Блин, конечно, он внезапно выскочил. И я эту комнату знаю, она была в оригинале, поэтому там внизу находится как раз таки то, что мы ищем, сундук. Так, значит, внизу ждет еще один зомби, потому что он туда наводится. Давайте откроем дверь. Ты открыл, это хорошо. Посмотрим, что с этой стороны для начала наверху. Потому что, мне кажется, там еще зомби будет сейчас за углом. Закрыто. Ага, эмблема брони. И тут никого нет. А что у нас здесь? Там, по-моему, еще будет камин. Я по старой игре помню. И там нужно будет сейчас использовать зажигалку, чтобы там немножечко разогреть бумагу.
И тем самым взять карту второго этажа. Не, нифига, нет, может быть, оно и есть, да? Да, оно и есть. Давайте. Прости, секундочку. Путаю все время кнопки. Так, использовать. А, и сюда нужно найти кусок бумаги и потом туда приложить. И он как бы отпечатается на них. Значит, получается, скорее всего, возможно, именно то, что я видел и предположил, что там нота для лунной сонаты, может быть, на самом деле окажется именно той фигней, которую нужно ставить сюда. Ну да ладно. Пока и без нее обойдемся. Правильно. Сейчас спустимся вниз, там убьем еще одного зомби. Там еще будет, по-моему, сейчас сохранение. Там все выложим, все, что не нужно нам. И двинемся дальше. Не понял. Ты еще жив, что ли? Нет, ты мертв. А внизу, значит, живой еще есть. Сейчас мы его убьем. Вот он стоит. Думаю, мы с ним довольно-таки быстро расправимся. Ну-ка. Ух ты, ёшкин кот. Хух. Так, первая обойма улетела. Он еще жив, что ли? Да. Он теперь мертв. Зомби здесь не появляется, так что теперь здесь безопасно. Так, где сейчас будет... Да. Все, надеюсь, потому что если они поменяли планировку, то здесь то, что мне именно надо. Да, все здесь на месте. Своеобразная такая безопасная комната. Так, еще обойма. Конечно, я возьму. Что за глупый вопрос? Что у нас здесь лежит? Специальная инструкция, когда вы избавляетесь от трупов. У нас есть новая информация относительно этих созданий. Они могут быть мертвыми, но по сути они могут вернуться к жизни. Так что можно предотвратить, короче, их возвращение к жизни. Есть два метода, которые предотвратят, короче, их воскрешение. Так, выстрел в голову. Я вот даже не знаю, серьезно. Я вот это слово первое, я даже не могу сказать. Может быть, сожжение или еще что-нибудь, не знаю. Инфьючер, так. Если новые методы будут, короче, открыты, то мы обязательно о них сообщим. Ну, у тех остальных, кто все еще хочет жить, короче, как она называется, горючая жидкость была помещена на первом этаже в поместье. Возьмите столько, сколько можете. Вам нужно еще что-нибудь, чтобы можно было, короче, поджечь. Ну, короче, ну, то есть зажигалка вам нужна, чтобы поджечь эту жидкость. Ну, вы должны найти это сами. Хорошо. Значит, такой корявый немного перевод, потому что, сами понимаете, вот это получается жидкость-то именно, которая мне нужна. Ну, я пока что не понял. Ладно, пока что нам это не надо. Давайте я сейчас все скину сюда. Тут еще даже патроны лежат у меня. Так, давайте это сюда выложим. А, нет, стоп, давайте это мы возьмем наоборот. Выложим лучше сюда, знаете что? Выложим вот эту фигню. И также ножик, потому что нам, в принципе, не пригодится пока что. Давайте возьмем еще один магазин. Ой, секундочку. Вот так вот будет правильно, да. Ну и все, давайте сохранимся, да, отправимся дальше. А что у нас здесь находится? Ага, понятно. Короче, контейнер для жидкости. Точнее, в смысле, для этого, как же называется, господи, для бензина, короче, скажем так, для горючей жидкости.
Короче, я наполнил только что свою эту фляжку. Так, взять старый ключ. Да мне он, в принципе, нафиг не нужен. Сейчас его выложу. Да, хочу записаться обязательно. Ага. Так, значит, давайте выложим этот ключик, потому что он мне сейчас вообще не нужен. Да, он особо даже не пригодится мне нигде, потому что там, ну, в основном, знаете, чтобы открыть всякие там ящики, там, в столе где-нибудь, или еще, чтобы взять там дополнительную обойму, или еще что-нибудь такое, там, или чернила для печатной машинки. То есть ничего особенного такого, экстренного. То есть сюжетного там мы ничего не найдем, так что они только будут нам захламлять нам инвентарь, так что я его выложил. Так, значит, давайте посмотрим, что у нас здесь. Короче, такое ощущение, что сейчас здесь все нафиг развалится. Ну, пройти? Конечно, пройти. Фишка в том, что я так понимаю, что это только дверь в одну сторону. То есть мы сейчас пройдем сюда, через эту дверь, а обратно через нее мы вернуться не сможем. Верно? Нет, можем. Тогда фиг его знает, значит, я ошибся. Очень долго открывает он двери, конечно. Так, назад, пошли. Ну, зачем тогда спрашивать, раз она и так открывается, не знаю. Может, потом кто-то в дальнейшем повлияет. Пока что не вижу никакого смысла. Так, есть еще одна дверь. Я не знаю, куда она ведет, куда мы выйдем. Но туда, потому что в другую сторону, по-моему, насколько я знаю, идти бесполезно. Там, по-моему, будет назад задачка, которую нужно будет решить, но это мы сделаем чуть попозже, если мы сейчас здесь уткнемся. Тупик. Давайте осмотримся, значит, здесь, что у нас здесь есть. Так, еще одна дверь, куча дверей просто. Некоторые в шутку эту игру теперь называют симулятором открывания дверей. И отчасти они правы. А, понятно, слушайте, я знаю, что здесь за этой дверью. Там ружье. И если мы его снимем, там, получается, потолок начнет опускаться. И нам нужно найти сломанное ружье, чтобы заменить вот этот, который там висит. Так что нам сюда бесполезно идти вообще. Да-да, это оно. Давайте я возьму вот эту штуку. Конечно, я возьму нож. Что за глупый вопрос? Так... Затхлый воздух здесь. Вот оно, собственно, ружье. Очень манит, я понимаю, но это стоит, может, мне жизни, если я его сейчас сниму. Поэтому возвращаемся обратно, смотрим, что у нас там дальше по коридору. Так, еще одна дверь. Мне нравится просто то, что здесь вот раньше вот игры делали, знаете, вот прохождение за разных персонажей, абсолютно, ну, другие ощущения, другие, то есть происходят события, потому что, допустим, вот если играть здесь Джилл, то можно снять это ружье, то есть свободно в любое время, насколько я помню, то есть начнет опускаться потолок, и фишка в том, что обе двери будут закрыты, то есть за ней и которая вот эта вот, и ее спасет Барри потом в итоге, то есть так что такие вот дела. Так... Я надеюсь, здесь никого нет. Так, нет, нормально все. А что у нас здесь, на этой двери? Тоже открыто, это хорошо. А может, это плохо, потому что какая-нибудь тварь меня ждет. Фиг его знает. Так, ага. Такое ощущение, что вода все еще есть, короче, в доме. Здесь, короче, ванная полная грязной водой. Да, вытащить эту фигню, которая, как она называется, забыл. Уже все, уже слов не помню. Опанцы. Тут, оказывается, принимали ванную, мы ему помешали. Ну, давай-ка. Капец. Так, нужно срочно выпускать всю обойму у него.
Опанцы вы видали? Красиво. Так, ну тут еще один ключик. Брать его я не буду, я буду просто запомнить место, потому что, ну, сами понимаете, инвентарь не бесконечный. Здесь больше ничего нет, так я понимаю. Уходим отсюда. Если что, будем знать, здесь ключик есть. Потом сейчас сюда вернемся и заберем его и откроем какую-нибудь тумбочку там или еще что-нибудь. Так, нам сейчас знаете куда? Нам сейчас сюда. А, стоп, или я отсюда пришел? Не помните? Да, я отсюда, по-моему, пришел. Нужно, наоборот, сюда. А вот что у нас за этой дверью? Закрыто. Здесь старый замок и простой механизм. А, вот, слушайте, здесь можно использовать этот ключик. Так что давайте заберем. Вот как раз-таки вот на таких дверях. Ну, да, по-моему, ничего нет. А может быть и есть, не знаю. Сейчас посмотрим. Ключик, тихо. Конечно, я возьму старый ключ. И вот, по-моему, с помощью него сейчас можно будет открыть эту дверь. Так, стоять не сюда, а сюда. Да, вот, старым ключиком можно открыть. Ну, погнали. Вот там, мне кажется, сейчас будут какие-нибудь лечебные травки и больше ничего такого, то, что не может пригодиться. Серьезно. Так. Опанцы, песики. Валим по-быстрому, смотрим, что здесь есть. А, слушайте, эта отрава нам сейчас пригодится. Химикаты. Так, здесь куча травок. Я думаю, они пока что они не нужны. Хотя, знаете, одну травку можно схавать. Так, бежим отсюда быстрее. Сейчас мы одну травку скушаем, чтобы восстановить здоровье, потому что меня немного покромсали на лестнице. Так, или нормально у нас? Нормально у нас здоровье? Слушай, что я так паникую-то? Фух, что же нас за этой дверью ждет? Блин, у нас особняк, конечно, здоровый. Я просто не знаю, по-моему, как-то жутковато, мне кажется, даже жить одному. Оу, ёпарасоте. Чёрт. Ой-ей. Ещё? Вот, блин, а. Ой-ой-ой, тихо, отпусти меня, отпусти меня. Фух. В общем-то, я нормально себя вот так чувствую, да? Давайте все-таки я схаваю травку. Все равно там ее дофигища. Все нормально, хорошо. Давайте отодвинем вот эту фигню. О, есть еще обойма, хорошо. И там еще одну фигню можно, такую вот тумбочку отодвинуть. Там, может быть, за ней что-нибудь еще будет полезное. Нет, за ней ничего нет. К сожалению. Так, ну пойдемте сюда. Вы использовали, ну, этот ключ, который я нашел. Мне кажется, знаете, сейчас где я выйду? Где статуя с карты была, да, верно. Значит, здесь мы закончили осматривать местность. Куда еще можно сходить, слушайте? Может, где-нибудь здесь что-нибудь есть? Здесь закрыто. Эмблема шлема нарисована здесь. Хорошо. Так, куда же, где же еще можно использовать этот ключ? Я даже, по-моему, знаю, где. По-моему, там, где мы убили первого зомби, там в этом коридорчике, есть, по-моему, парочка дверей, если я не ошибаюсь. А может и нет. Сейчас мы это, в общем-то, и узнаем. Чё гадать-то?
Давайте посмотрим, что у нас в этой степи есть. Закрыто с другой стороны. Это нехорошо. Вот эта дверь, что у нас куда ведет. Закрыто, ага. Эмблема брони. А вот там еще, по-моему, был какой-то спуск вниз. Куда-то в подвал. Я думаю, ключик здесь сработает. Ага. А потом еще, знаете, что можно сделать? Когда мы возьмем этот вот другой ключик, можно будет поменять его на этот, который у меня сейчас. И тем самым механизм не сработает. В общем-то, я надеюсь на это. Ага, еще один зомби. Я вижу обойму. Вижу, что-то там еще на полочке лежит. Так, ну куски мяса написано разбросаны на столе. Это такая своеобразная, я так понимаю, кухня, да? Так, с этой стороны лучше к нему не лезть, я думаю. Да, конечно, я возьму. Да уж, конечно, такое мерзкое место. Здесь еще один зомби есть. И тут у нас, значит, еще и лифт. Хорошо. Пока я его вызывать не буду, давайте осмотрим сначала здесь. Зомби пока что не двигается. Маленький ключик. Нет, я пока его не возьму. Закрыто с другой стороны. Это не радует, должен признаться. Так, стоп, зомби. Хорошо. Так. Угу. Походу дело электричества нет. Говорит нам главный герой. Больше, так понимаю, здесь пока что ничего нет. Ну, самое главное, что мы открыли эту комнату. А у нас есть карта. Давайте посмотрим на карту, куда же еще можно сходить. Где еще у нас были закрытые двери? Так, значит, там у нас... Так. Я сейчас нахожусь как раз таки вот с левой стороны. И мне нужно куда-то в другое место двигать. Но я, знаете, какой вариант, думаю. Сейчас можно пойти... Куда-нибудь. Куда-нибудь. Пойдемте, значит, наверное, к тому месту, где у нас... Опанцы. И что это значит?